нас единственное там выдавливало зоны, и нам нужно было принимать какое-то действие. Ну, у нас не оставалось другого выбора, как идти на серверов. Самого такого понимания победы еще не было до конца. И ты понимаешь, что вот ты точно выиграл. Трофея, для меня это Атир. Спасибо PUBG за такую возможность.